what's wrong. Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion is gone. Love's taken flight. Jesus. Илюша! Быстро сегодня забежала в Фикс Прайс. Хотела показать вам свои покупки. Ничего такого не покупала. Взяла только новинки, которые мне понравились. Сейчас вам покажу. Появился там вот такой планер. Понравился мне. Он на магните. Но, девочки, он не держит свой вес. Сползает вниз. Вот здесь ручка идет в комплекте. Удобно такое записать где-то покупки, да, вот здесь, к примеру. Здесь какие-то дела свои. Места достаточно, вот он по размеру, да, 1,5 моей ладошки. Вот такой. Ну, ничего, куда-нибудь я его приспособлю. Постоит. Так, купила сыну тетради. Тетради там, конечно, дорогие, в детском мире подешевле, ну, я была рядом, там купила по 3 рубля штука. Так, взяла вот такую интересную гуашь с золотой и серебряной краской. Я уже как-то разбрала такую, мне понравилось. Я хочу сделать кое-какую поделку с детками. Покажу вам, может быть, для кого-то идеей покажется. Памятная поделка такая, именно вот дети, родители, связанные с этим. Ну, в общем, я в ближайших видео вам покажу. Вот мне надо будет там смешать цвета. И вот мне и серебряное, и золотистое может понадобиться. Так, вот такой шоколад я взяла мужу и детям. Соленая карамель Твикс. По 27,50, по-моему. Взяла свои любимые батончики протеиновые. Не знаю, не люблю я их. Вот мне, я лучше их съем, чем Твикс, к примеру. Я их люблю с чаем. Вот. Взяла краски. 2 штуки. Мне ребенок любит рисовать. Взяла 2 упаковки пластилина. Как помните, недавно у нас даже дома пластилина не оказалось. Вот взяла. Ну, был опять вот этот мягкий восковый. Терпеть его не могу. Потому что липнет везде, и к рукам, и к столу, и везде, везде, везде. Ну, для школы пойдет. Вот такие женские дела взяла. И давно искала, и тут увидела, и очень была удивлена, что Фикс Прайс у нас вот есть. Ну, вообще, они тут написаны как скрепка декоративная. Но мне кажется, как закладку вот можно будет интересно использовать. Сейчас я раскрою, покажу. Вот посмотрите, какая прелесть. Я обожаю всякую такую милоту, всякие такие девчачьи мелочи. Видимо, в наши времена всего этого не было. И сейчас прямо, я не знаю, я млею прямо от таких вещиц интересных. Вот так вот. Такие скрепочки красивые в блокнот, в свой ежедневник. Буду крепить и любоваться. И самая такая покупка у меня была, это для моего сына. Вот такая книга. Я очень люблю книги в Фикс Прайсе. Ну, некоторые. Вот такого плана вот я люблю, когда яркие-яркие иллюстрации. Я вам покажу нашу библиотеку, и там у нас много книг из Фикс Прайса. Очень достойные книги по очень приемлемым ценам. Вот сейчас там есть серия подобных книг. У нас, значит, была такая «Общение и чувства животных». «Жизнь животных» – популярная энциклопедия. Вот, значит, у нас была «Тайны леса». Тоже я планирую купить потихонечку. «Моря и океаны». «От тундры до пустыни» у нас была. И вот наша, которую я купила. Вот. Книги в твердом переплете. Мелованная такая бумага.
Потрясающие цвета, вообще просто яркие. Очень красивая книга. За 149 рублей. Это, я не знаю, можно сказать, что даром. На подарок ребенку, практически подростку, который уже, ну, какие-то вот такие мультяшные, не очень воспринимает книги, да? Которому интересно уже узнать, что вокруг, в природе, в мире происходит. Вот такие потрясающие иллюстрации. Я, конечно, в восторге. Я прям кайфую. Я люблю книги. Люблю их, знаете, не столько, наверное, читать, сколько вот любоваться вот такими иллюстрациями. Опять же, в наше время таких книг было очень-очень мало. У меня, кстати, в нашей библиотеке есть даже книга, моя самая-самая первая книга. Называется она «Телефон». И она, по-моему, 81-го или 83-го года. В общем, я вам покажу. Она уже там вся порезанная, истрёпанная. Мама ее подклеивала. Но я ее храню. Я ее убрала. Иногда деткам достаю почитать. А еще у меня есть дядя Степа. Тоже она там немножко покалеченная временем. Посмотрите, какая потрясающая иллюстрация. Вообще красивая книга. Здесь у нас сколько получается? Ну да, вот где-то 64 страницы за 149 рублей. Почему бы не купить и на подарок, и просто так порадовать своих детей такими хорошими книгами. Вот сегодня будем читать. Вот такие у меня покупки сегодня в Фикспрайсе были. Всем привет! Я варю суп харчо. Отварила уже бульон из курицы. Вынула ее и сейчас отберу мясо. Забросила, значит, я картошку. Да. Рис. И сейчас покажу вам, как я делаю зажарку. Я люблю, чтобы суп харчо был такой разваристый, картошка и рис был разваренным. И чтобы он был такой кисловато-островатый, такой с чесночком. Сейчас я вам покажу все. На сковороде на растительном масле обжариваю лук репчатый, морковь у меня замороженная. И добавляю сюда кетчуп. Не люблю с томатной пастой, не очень мне нравится. А кетчуп в самый раз, там и специй много. Специй много. Будет такой пряный-пряный суп. И добавляем еще свежий помидорчик. Все это оставляем протушиваться очень хорошо, чтобы помидор стал мягенький. Запускаю мясо. Также запускаем в суп нашу зажарку. Даю минут 5-10 покипеть ему и добавлю главный ингредиент. И та-дам! Гвоздь программы – чеснок. Самым главным ингредиентом в харчо, я считаю, чеснок. Добавляю его в конце приготовления, чтобы, ну, остался его такой запах родной, можно сказать. Ну, в плане того, что при термообработке чеснок обычно меняет свои вкусовые свойства, запах другой становится. Вот, а когда его добавляешь в конце и выключаешь газ, он по вкусу остается прежним. Вот поэтому добавляю его в конце. Вот и готов суп харчо. Кому понравился мой вариант приготовления, пожалуйста, готовьте. Очень вкусный, очень
в морозные дни, в зимние дни, последние денечки зимы. Очень согревает такие супы. Приятного аппетита!